Следующий сюжет о поддержке тех, кто сохраняет наше здоровье в период пандемии. Медучреждения работают сейчас в таком напряженном режиме, что работникам даже некогда перекусить. Собственники некоторых кафе и ресторанов решили поддержать находящихся сейчас на передовой докторов, медсестер, обслуживающий персонал. Ну, мы хорошо понимаем, что сейчас тяжелее всего приходится врачам, несмотря на то, что у нас в республике вроде бы не очень много зараженных. Мы хорошо представляем, сколько вызовов в день у них, и решили откликнуться. Ежедневно на станцию скорой помощи завозят завтраки, обеды и ужины. Передают сумку с едой с соблюдением всех мер безопасности. И это важно не только для организации горячего питания, также для, так скажем, нераспространения инфекций. То есть нам, работникам скорой медицинской помощи, которые работают по 12, по 24 часа, нет необходимости с собой возить еду. Мы очень этому довольны. Это лишь один из примеров деятельной доброты. В наше непростое время их должно быть больше. Александр Соловьев, Павел Рядков, Республика.